Украинский Талибан, так можно называть теперь соседнее государство, пробил новое дно. Кричалку эту показывать я не стану, чтобы не рекламировать идиотов, но в интернете можно найти. Хочется сказать важное. Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных хана. Если всех, кто оскорбил президента России, ну и русских людей, прямо сейчас не найдут и не накажут публично. Будут ли включать эту кричалку в официальную часть парада, пока неизвестно. Но последствия будут, и сомневаться не стоит. Да, да, да. Чем это?